вы с Леонидом ровесники, вы только отгуляли юбилей, и вот спустя несколько месяцев юбилей у Леонида. Давали какие-то советы, как организовать юбилей лучше? У нас нет таких никаких советов, ничего. Мы просто хихикаем или говорим о творчестве. Было день рождения у Леньки. Мы отмечали дома. Было потрясающе. В семейном кругу, да, были только близкие люди. Его отец приготовил такое мясо, такую рыбу. Такую селедку под шубой. Такую селедку под шубой. Потом мы играли в бильярд. Пары на пары с Леней Ермольником, с Макаревичем. Но вы с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варума, для вас она просто Маша. Вы одна большая семья, Маня. Здесь, в Юрмале, вы проводите какое-то время вместе? Вообще, Юрмала – это то место, где увидеться можно только на концерте, потому что все время репетиции, какие-то съемки, приготовления. И вот мы толком не виделись. Да, Юрмала не изменяет себе, потому что все люди, они собраны. Такой сходняк, что можно двинуться. Ты радуешься каждому слову. Ты улыбаешься. Мне так прекрасно, так чудно. Я люблю свою жену, во-первых, оказывается. Спустя... В Юрмале вы об этом вспоминаете? Я подумал именно сейчас, что она стоит у меня такая красавица, такая с бантиком, такая бумзи, такой хитин. Совсем недавно отпраздновали 8 лет знакомства. Как праздновали? Есть какая-то семейная традиция за эти 8 лет? Недавно вычислили эту дату благодаря нашей поклоннице Татьяне, которая прислала нам фотографию. Эта фотография была сделана в день знакомства. Мы не помнили точно дату, поэтому у нас появился еще один праздник. Нет, традиции, просто это делается от чистого сердца. Что ты мне убираешь с попы руку мою? Что такого я сделал плохого, малыш? Ты моя жена, дай мне. Что у нас рукой делает? Я хочу пойти уже, можно я пойду? Нет, не надо пойти, подожди, это Катя.